дозвольте, да, представлю до нашої студії, завітав наш постійний фаховий експерт, який завжди чітко і лаконічно розкриває всі наболілі питання для нас жінок, Наталія Тарнавська, косметолог. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, що завітали до нас. Отож, сьогодні будемо розбиратися, тому що дійсно, заходячи в магазин, як бачиш ці баночки, там бібі, там діді, там аа, і думаєш. Вони ці літери вже великими літерами написано, щоб привертати увагу, але... Що воно означає? Навіщо воно нам потрібно і яка різниця? Але от спочатку давайте, чим ці крема відрізняються від звичних тональних кремів, якими ми звикли користуватися в повсякденному житті? Тим більше, що скоро літо, дуже важко обрати для себе тон, щоб шкіра виглядала нормальною, без цього жирного блиску. Тож давайте розбиратися. Доброе утро. Тональный крем – это основа, основа основ. Это плотная, крем с плотной текстурой, который устраняет все дефекты кожи. BB-крем, он отличается тем, что он тоньше, но он легче намного, чем тональный крем, и имеет в своей текстуре более вот такие легкие частицы, которые подстраиваются под цвет нашей кожи. Он еще и несет как бы увлажняющие действия, немножко там какие-то экстракты, которые там защищают кожу, то есть не только скрывают дефекты, но и несут... То есть такой посыл, чтобы еще и лечить, ну, не лечить кожу, а ухаживать за ней. Вот это очень важно. Поэтому это и вот так помогает девушкам обратить на него больше внимания. Потому что он больше функций несет в себе. А сісі, діді, для мене взагалі це наче ми якусь абетку вивчаємо англійську, але взагалі от, ну, вони ж відрізняються, так? От, бібі ми вже зрозуміли, це найтонший, я так розумію, тональний, чи... Не найтонший, але тонше, ніж така звичайна тоналка, і менше, ну, її менше видно, але все одно вона прибирає недоліки, так? Ну, приховує. Ну, якщо у чоловіка много, наприклад, акне, ну, то есть много несовершенств, то бібі-крем з этим не справиться, нужно все-таки тональный, более плотная основа, чтобы была, чтобы это все спрятать. BB-крем, он расшифровывается как бьюти-бальзам, то есть бальзам – это средство с более легкой текстурой. Дальше идет CC-крем, аббревиатура слова Color Correction, то есть это уже отражающиеся частицы такие наносятся на лицо, которые там отражают свет, где-то прячут недостатки, там есть зеленый оттенок, розоватый оттенок, которые скрывают вот эти все неровности, о которых знают вот визажисты. У них же часто есть не только такой телесный цвет, а еще и зеленые, фиолетовые, чтобы там красоту скрыть. Это CC-крема. Это CC, да, там уже светоотражающие частицы. Дальше идет DD-крем, Daily Defense. Оборона, да? Що ж обороняє цей крем на нашому обличчі? Від чого, верніше? Вот он призван защищать от пыли, от смола, от вот этих выхлопных газов всяких кожу. Он укрепляет липидный барьер кожи, то есть наши ворота, эпидермис. Если наш липидный барьер будет слабый, то вся инфекция все будет глубоко проникать вглубь кожи и будут часто высыпания, ранние морщины. Поэтому это нужно укреплять. Вот именно вот такой крем, он призван защитную функцию исполнять. Поэтому не столько красота, сколько вот защитная функция. Ну и есть немножко тоже вот таких отражающих эффектов, светоотклоняющие частицы, так, которые придают вот такой эффективный цвет лицу. Тобто, ми з вами розвінчуємо міфи, що тональний крем там шкідливий, закупорює пори, а DD-крем, він навпаки захищає нашу шкіру. Ну, от ще таке запитання, дуже часто, да, обираючи, ми на баночках бачимо там 8-in-1, 8-в-1, 5-в-1 функції. Чи може цей крем замінювати комплекс? От ми, звично, наносимо спочатку звичайний крем, потім тональний крем. А можемо, якщо ми користуємося там BB, CC или DD, не наносити звичайні крема, а одразу на чисте обличчя? От, чи може воно замінити комплекс, то, яким ми звикли користуватися? Это все-таки крема призваны устранять недостатки кожи, но они не призваны лечить кожу или увлажнять в полной мере, в которой вот бы нам хотелось. Если это сухая кожа, то обязательно все-таки наносить основу,
я бы сказала, крем с SPF-защитой. Угу. Потому что, да, оно есть 8 в одном. Например, вот в кремах в составе есть одно средство, которое отражает ультрафиолетовые лучи. Так. И они пишут, это SPF 15, SPF 20. Но в нормальном креме с SPF-защитой вот этих фильтров от радиации будет, наверное, 5-6 позиций. От ультрафиолетовых альфа-лучей, бета-лучей, длинных, коротких. То есть это полная защита. Такой крем не сможет заменить. Да, он устраняет недостатки. Он где-то чуть-чуть немножко защищает. Но это такой маленький процент, которого очень мало для полноценной защиты. Обладательницам жирной кожи можно не наносить что-то под основу, потому что летом у них сильно жирнеет лицо, и все оно выходит у них с потом. Поэтому, дабы хоть как-то облегчить им жизнь, вот и придумали такие суперлегкие крема, но девушки должны помнить, что вечером они все равно должны наносить крема, которые будут лечить их кожу, увлажнять, питать. То есть днем им, конечно, можно просто биби или просто сиси, под низ не надо ничего наносить, оно у них будет стекать, плыть, вот все-таки будет плыть, поэтому биби и сиси, они, он не плывет, он легкий-легкий, который быстро впитывается и не плывет. Такий крем можно брати собі на літо, наприклад, да, от для дівчат, особливо з жирною шкірою, і не наносити нічого, ввечері обов'язково якийсь крем. Так, треба запам'ятати, бо я якраз і є так, представниця такого типу шкіри, тому, да, часто влітку там важко, і бажано, якщо можеш, то краще взагалі нічого не наносити, але якщо це, то обираємо BB-крем. Тепер хочу розібратися. Або сісі. Якщо не сильно много проблем с акне, то можно сиси, он меньше защищает, меньше скрывает недостатки, он просто делает красивый тон лица, но если есть проблемы, то биби, а если большие проблемы, то это уже тональный крем. Божечки, дайте розібратися. Жінка в своєму арсеналі, дівчина, має мати і бібі, і сісі, і діді, боже мій, чи може обрати якийсь один? Чи потрібно спочатку в проблемі розібратися, або якось комбінувати? Можна ці крема чи ні? Якщо у вас чиста кожа, нет висипань, ви можете спокійно пользуватися бібі-кремом. Якщо є великі проблеми, пігментні пятна, дуже видні, акне, то це або бібі-крем, або тональний крем. То есть, если нет проблем, можно сиси спокойно. Можно вообще даже без крема, если нет особых проблем, и вам не надо на какое-то торжественное событие, можно просто нанести крем от ультрафиолета без цвета. Если надо какое-то звичайний событие. Денний захисний крем, і без тонуючих якихось, якщо іде нормальна шкіра, то можна без тонуючого якогось ефекту і ходити собі спокійно, не перейматися, що десь там зморшка з'явилась чи ще, так буде все ідеально. На чистую кожу, так, але якщо хочете немножко підсвітити, щоб воно где-то розовіє виглядало, то можна, то сисі крем. В ньому менше всього вот таких маскируючих деталей є. Але я не зупинилася і ще знайшла крем ІІ. Це, кажуть, крем нового покоління, вже там найостанніший, найсучасніший. Що це за крем? Що він робить? Там більше таких екстрактів рослинних для чувствительной кожи, наскільки я знаю. Вони для кожи, яка страдає від купероза, яка страдає від алергії. Оно вот на это призвано. Для тих, хто алергіки, то ось створили ще один крем, щоб менше було так, якихось алергічних. Да, получается. Тобто, боже, для всіх є панацея, для всіх є свій крем. Там для тих, у кого хороша шкіра, у кого не дуже, у кого просто приховати маленькі недоліки, все. Вивчимо сьогодні всю абетку кремів. І ще є, Так, боже. Это наш старий добрий антиэйдж-крем, который призван защищать возрастную кожу от быстрого старения. Антиэйдж, то есть защита, даже я бы сказала, коррекция возрастных изменений кожи. Она подтягивает морщинки, разглаживает, и это есть антиоксидантный эффект, то есть она защищает от вредных радикалов, вредных веществ, которые и способствуют более быстрому старению кожи. Поэтому вот это и есть АА. Маємо до вас запитання від наших жінок, що пишуть, що у BB-крему силиконова складова більша. Ну, чи вони на силиконі? Чим це загрожує?
Це правда чи ні? Силикони більше забивають пори просто. Угу. Для этого, если, ну, если девочки пользуются вот этими кремами, они должны понимать, что вечером они должны хорошо очистить кожу, дабы их поры потом дышали. Потому что вот все вот эти крема, они имеют в себе красящий пигмент, который действительно забивает поры. В жодном разе не сподіватися на подушку и не лягати так спати, обов'язково змити. Я от знаю, да, що перший бібі-крем, він у Кореї вийшов, і він настільки був таким такий плотний, що дійсно, напевно, змивати його, ну, варто дуже добре, да? Да, и вот насчет вечернего ухода, как избавиться. Мы говорили о том, как его наносить, как правильно и какой наносить. А, до речі, как правильно наносить? Спонжем, пальцами, ну, руками, чи блендером, да? Есть разные способы, вы можете, каждая девушка может для себя свой выбрать, но важно даже тоже чем. Просто есть средства, например, молочко для смывания косметики, гель для смывания косметики или мицеллярная вода. Если это жирная кожа, я бы советовала все-таки гель для снятия косметики сначала должен быть, или это молочко. А потом уже гель для умывания. То есть мы сначала снимаем одним средством, мы снимаем красящие пигменты, которые цветные краска. Смыли это, потом смываем жир, который выделялся у нас на протяжении дня. Потому что если вы будете просто гелем для умывания пользоваться, то вы разъелозите все это, но не смоете до конца. Поэтому все должно быть поэтапно. Сначала смываем краску, потом смываем кожный жир, который выделяется на протяжении дня. После этого мы тонизируем кожу и уже наносим крем по типу кожи на ночь. Боже, скільки кроків. А інколи не заздрю, те, що ми жінки. Це для дівчат з жирною шкірою, для сухої шкіри, бо я ж думаю, у нас глядачки з різним типом, щоб все знали. Для сухої кожи можна і міцелярною водою. Міцелярна вода, вона може справитися і з красящими пігментами, і, звісно, з кожним салом. Просто у дівчат з нормальною і комбинированной сухой кожей не так много выделяется вот этих кожного сала, жиров, и поэтому можно и мицелляркой справиться. Она и то снимет. Просто у жирной кожи этого всего больше, и мицеллярка может не справиться. Поэтому желательно прям поэтапно все сделать. Если это сухая, просто... Багато реклами є, що міцелярна вода вам зніме все просто легеньким помахом, так, да, спонжиком і зняти. Тобто не вірити, не всім допоможе такий спосіб. Да, нужно более тщательно. И все-таки мицеллярная вода, она признана просто на спонжик нанесли и сняли косметику. Там не надо особо умываться. Но я всегда девочкам своим говорю, вот представьте, что вы хотите принять душ после жаркого летнего дня, и вам дают салфетку влажную, вытритесь, пожалуйста. Но недостаточно будет. Поэтому все-таки хорошее лучше... Хорошее поревняние. Поэтому да, все-таки вот лучше водой вот смыть это, а потом, чтобы нейтрализировать влияние вот этих гелей для умывания, вредно воды нашей хлорированной, для этого нужно обязательно нанести тоник. Он, во-первых, вот сделает вот эти функции, будет, и еще плюс будет проводить крем, который вы потом нанесете, более глубокие слои кожи. Поэтому тоник не пропускайте, пожалуйста. У вас крем потом будет лучше действовать и на кожу. Розумію. Дякуємо вам за поради. І наостанок, давайте підрезюмуємо нашу розмову. Ви, як візажист, як косметолог, рекомендуєте нам, жінкам, дівчатам, використовувати ось такі з однойменними назвами крема CC, DD і так далі. Так, рекомендуєте? Так, звісно. Тільки кожна дівчинка вже підбере собі під свою кожу свій крем. Но только, пожалуйста, не забывайте их снимать вечером со своего лица. Ваша кожа прекрасна, и она тоже хочет дышать. Будет дышать, будет светиться потом. И, ну, естественно, вы будете чувствовать себя королевой. Будем чувствовать все себя королевами. Так, я нагадаю, Наталья Тернавская, косметолог, была сегодня у нас. Розбиралася с такими кремами, как АА, ББ, СІСІ, ДІДІ. І це я не просто вивчала. Тепер для нас це вже не буде жахливо так звучати, оці так, букви. І не будемо лякатися тих літер на полицях, а будемо знати, як їх правильно вибрати. Взагалі тепер знаємо, що вони означають, для чого вони. Тепер будемо правильно собі їх підбирати. Дякуємо вам. Будемо дійсно тепер королевами і гарними, і влітку, і взагалі завжди.